Наконец-то наша группа вышла на Юсуповскую тропу. Мы заработали первый привал. Сало доставаем? Это не сало. Потянуло к искусству, красоте, культуре. Так, да не, ну так оно развалится потом. Не развалится. А так мы возвращаемся, так по, ну так мы еще. Просто улет.
познакомились с Романом. Так, Макс, я вам, ребята. Чурочку. Обживаемся понемножечку. Латынка. Не в поросе, конечно. Но тоже приятно. Большой каньон! Красотища! Ой-ой-ой-ой-ой! По дорожке мы идем! Ну, вот и очень весело! Как это? Я что-то такое... Хрюк? Водопад Серебряный. Чудное место.
Еще немного, мы увидим Лисловский лазерят очень прекрасно. Телефонная будка. Привет, родным. И купили красным чайным молоке. Еще немножко пройти надо. Выйдем правильно. Ну, сориентируй. Дай, Дмитрий. Этот человек шел на стоянку, и первое, что он сделал, это развалил лавочку. Рюкзак! О, снял рюкзак, но даже не заметил. Ну что сделаешь с этой лавочкой? Она нас двоих не выдержала. Меня и моего рюкзака. Отсырела немножко. Подремонтируем. А рюкзак больше ровный. Что, Андрей, Дмитрий? Не блукали? Шли нормально. Цивилизация. Каньон Узунжа. Очень красиво, впечатляет. Орло. Ага. Нет. Thank you.
распутали. Понял. Замечательно, солнышко. Великолепная погода. Только кус хочется. Не хватило буквально час. Должен быть порядок. Решу. Облака вот рядышком. Ля-ля-ля, вот прям на меня идет облако. Вот там оно дерево. Мне летать, а мне летать охота. Передаю шампанское дальше. С 8 марта, женщины! Этот танец для вас! Этот тост за вас! Это мы идем по дороге сейчас. Вот там внизу стоянки. А вот там сзади 1196 метров. Молока. Красная такая.
очень домой хочется. Она разбил куда? Что еще одна? Мы любим путешествовать. Еще приятнее возвращаться. Ну тебе говорю. 5 секунд и все. Приятнее, да. Мы любим путешествовать, но очень сложно возвращаться домой. Словно уставший. А вот мы это тоже возвращаемся домой, но похоже мы не едем поездом. 90-м поезде? Yes, of course. А мы на другом поезде. Ну. Тогда мы будем первым. А вот как раз еще прикол, что у нас поезд прибывает на час раньше. Так, пошел вон тогда. Поговори ты. Ты приятно говоришь. Мне всегда казалось, что он поет в мой Симферополь в Ворота моря, а он поет в Ворота Крыма. Дальние эфирные поезда, время номер 640-649. Проводнизу понесли. Симферополь, прибыл на третий путь. Нумерация вагонов, Симферополь, прибываем на четвертую колею. Это может быть. Да, давайте. Так музыка почему делать забрали? Витамины. Антицеллюлитные. Вы уже в Крыму. Пожизненно такое. Необходимо. Они к тому же только обрадуются. Тельца не перегружай. Кассету не хочет. Остались без магнитофона. Мечта поэта называется. В нашем походе каждой твари по паре. Вот мы с Максом две твари, которые сегодня в этой паре. Обреченно вздохнул, так обреченно, очень обречен. Семья кепки назад. У нас было махать, не махать. Заходи вот назад, быстренько, раз. Ну, не тормози. Я еду с туманом. Здравствуй, король. Здравствуй, мир. Хорошая. Уважаемые люди.
Как ощущения? Великолепный, природа, красотища, так захлёпаешь можно. Возвращает, задыхаешься от наслаждения. Жирненькая какая! Вкусненькая водичка, я так думаю, не напиться просто. Это вот обалдеть шикарная вода. Пил бы пил. Таня, проходи, сейчас посмотри, какой это будет. Вот продолжается. Отрекавы. Самые прекраснейшие места. Как всегда. Выбрал себе ношеньку. Маршрут и по маршруту. Да. Вот эти цветочки и вода пионами. Горным крымским. Да, сейчас мы с ними голодцы. Особенно много рослины. Можно даже умыть. После такого подъема. О, Ромчик показался. Из-за леса, из-за гор показался наш Роман. Царапкась, наконец. Ваша работенка. Я доволен. Представляешь, как отечественная война? Ну,